Новая школьная форма, бантики, большой ранец за плечами и не уступающий ему по размерам букет в руках. В этот праздничный день никто не встал, пожалуй, так рано, как первоклашки. Сегодня проснулась в 6 утра. Собирала пенал, книжку и еще блокнот. Торжественная линейка чуть меньше часа до старта учебного года. Для первоклассников все только начинается, а выпускников ждут месяцы упорной подготовки к ЕГЭ и поступления в институт. Этот год будет напряженным, сложным, потому что я в 11 классе, и, как всем известно, мы будем сдавать единый государственный экзамен. И, конечно же, волнуюсь перед новыми знаниями, перед экзаменами. Ну, как и обычные школьники. Но пока это все очень далеко. День знаний 2017 для лицея – юбилейный праздник. В этом году образовательному учреждению исполнится 30 лет. Поэтому особенный новый учебный год не пропустил даже сам Дед Мороз. Ну и как такой персонаж придет без гостинцев? Для первоклассников у него подарки и особый сюрприз от выпускников – капсулу времени с пожеланиями и поздравлениями. Напутственные слова – особенный момент праздника. В этот день в лицее всех, кто учит и учится, поздравляют представители школьной администрации, глава городского округа. Я желаю всем вам, дорогие друзья, успешного учебного года. Ребята, желаю вам новых знаний, ярких эмоций и только побед. Юбилейный год – время для новой традиции. Особый сигнал, понятный каждому, звук самого первого звонка в этом году подают сразу несколько ребят – ученики первых, пятых и одиннадцатых классов. Старт дан. Открылась новая и интересная страница. Для кого-то это первые в жизни уроки. В этом году они посвящены теме Родины.